Здравствуйте, мои любознательные юные друзья! Как же я, Анна Семеновна Бабочкина, рада нашей новой встрече. Вы меня сегодня просто засыпали письмами. Вот, например, пожалуйста, на нашем сайте письмо от Алины. Она спрашивает, сколько лет живут коровы. Коровы живут около 20 лет. А вот долгожителем среди домашних животных считается осел. Он живет до 50 лет. А в следующем письме вопрос от Яны Лебедевой из Подмосковья. Уважаемая Анна Семеновна, все вокруг говорят, экосистема озера, экосистема леса. Но что это за экосистема такая, которая есть везде, толком не разберу. Ну что же, Яна, давай разбираться вместе. Прежде всего скажу тебе, уважаемая Яна, что экосистема – одно из основных понятий биологии. Экосистема с греческого языка переводится как «жилище». Экосистема – это природный комплекс. Он состоит из живых организмов и среды их обитания. Живые организмы и среда обитания, в свою очередь, связаны между собой обменом веществ и энергии. На Земле существует множество экосистем. Например, экосистема озер, лесов, морей, пустынь. Вот даже пень с его микроорганизмами можно рассматривать как экосистему. В каждой из экосистем растения, животные и микроорганизмы существуют не сами по себе. Они связаны с другими растениями, животными и неживой природой. Правда, поначалу эта связь не слишком заметна. Давай-ка разберем ее. Ну, например, водоем. Предположим, в нем водятся щуки и караси. Щуки – хищные рыбы и представляют опасность для карасей. Вот давай уберем эту опасность, выловим всех щук. Что же мы увидим? Через некоторое время часть карасей погибнет, а остальные станут очень слабыми. Странно, не правда ли? Почему это случилось? Ведь карасям больше ничего не угрожает. Дело в том, что щуки – это санитары водоемов. Их пищу составляют больные и слабые рыбы. Если щук не станет, даже один заболевший карась может заразить оставшихся. А если внезапно изменится состав воды, ну, например, туда попадут химикаты, все живые организмы водоема сразу отреагируют на это изменение. Могут погибнуть водоросли, и тогда лишатся корма караси. Карасей не станет, нечего будет есть щукам. Получится настоящая пирамида, в которой от внешнего фактора зависит жизнь живых существ и растений пруда. Подведем небольшой итог. Экосистема – это такой маленький замкнутый мирок, в котором, как ты уже убедилась, в полную силу разворачиваются жизненные процессы. Любое вмешательство в нее может повлиять на ее дальнейшее существование и даже разрушить. Ну а теперь посмотрим, что же у нас в этой посылке от Киры Лосевой из Клина. Так, здесь у нас баночка, похоже, с чем-то вкусным. Здесь у нас семена. Сейчас мы их высыпем. Вот так. И еще у нас, ребята, здесь письмо. Анна Семеновна, высылаю вам варенье, которое мы сварили летом. Угощайтесь на здоровье. Мама говорит, что варенье из этих ягод очень полезно. Расскажите, пожалуйста, как это растение вырастить из семян? Ну, хорошо, с удовольствием. Только, Кира, ты не написала, из чего варенье. Придется провести расследование. И назовем мы его «Дело о витаминном варенье». Итак, что мы о нем знаем? Варенье из ягод желто-оранжевого цвета. Посмотрим. О, как пахнет! Почему-то ананасом. Попробуем. Так. Приятный и сладкий. Нет, чуть-чуть кисло-сладкий. И терпкий вкус. Чувствую, что здесь много витамина С. Так, теперь посмотрим семена. Семена небольшие, в жесткой оболочке. Знаете что, мои друзья? Включу-ка я программу идентификации ягодных растений. Итак, смотрим. Клубника. Нет, совсем не то.
Малина красная исключено, малина желтая, ой, нет, не она. Крыжовник не подходит. Виноград совсем не то. Белая смородина ананасом не пахнет, да и ананас вообще не ягода. Так, есть. Ну, конечно же, это облепиха. Облепиха – это лекарственное растение, известное еще с Древней Греции. Ее листья и молодые веточки применялись для лечения заболевших лошадей. Неслучайное латинское название облепихи происходит от слов «хипос» – лошадь, и «фаус» – блеск. Лошади, выкормленные листьями облепихи, были здоровы и имели блестящую шкуру. Ну-ка, а что о ней написано в личном деле? Посмотрим. Имя – облепиха. Фамилия – крушиновидная. Класс – двудольные. Род – облепиха. Рост – от 10 сантиметров до 15 метров. Постоянное место жительства – Европа, зона умеренного климата Азии, Индия и Пакистан. Особые приметы – серебристо-зеленые листва, плоды – ярко-желто-оранжевые ягоды, облепляющие ветки. Ближайшие родственники – облепиха иволистая. Облепиха растет тонкими деревцами или кустарником. У нее узкие длинные листья, а плоды буквально облепляют ветки. Потому ее так и назвали – облепиха. Вкус и запах ягод облепихи напоминают ананас. Когда плоды созревают, их собирают очень бережно, чтобы не раздавить ягоды и не уколоться. Ведь ветки облепихи сплошь в колючках. Из ягод делают вкусные и полезные желе, варенье, мармелад и, самое главное, облепиховое масло. Им залечивают раны и используют для лечения других заболеваний. В медицине также используют и листья, и даже ветки облепихи. Облепиховые деревца хорошо растут на самой неплодородной почве – на гальке и на песке. Люди часто высаживают облепиху по берегам рек, и она, прорастая в почву, укрепляет берега. А как вырастить это растение дома из семян? Это не представляет трудностей. Семена облепихи покрыты очень жесткой оболочкой и очень долго прорастают. Чтобы справиться с этой проблемой, мы семена помещаем в полотняный мешочек. Так. И на 3 дня заливаем водой комнатной температуры для набухания. Так. В воду нужно обязательно добавить полезные для растения микроэлементы и ежедневно эту воду менять. Тем временем в цветочный горшочек мы насыпаем влажную почву. Так, пополам с песком и мелкими камешками. Так. Через 3 дня в эту почву мы помещаем семена облепихи на глубину 1 сантиметра. Вот так. И ставим этот горшочек на подоконник теплого и светлого окна. Облепиха очень любит влагу, поэтому ее нужно каждый день поливать, и буквально через 2 недели вы уже увидите первые ростки, а в июне их можно будет высадить в открытый грунт. Если вы все сделали правильно, ваши растения будут быстро расти и дадут первый урожай уже на 3-й год. Тогда вы сможете сварить вот такое вот очень вкусное витаминное варенье. Ну что ж, спасибо тебе, Кира, за угощение. И за этот прекрасный повод рассказать об облепихе. А теперь, ребята, давайте-ка вернемся к нашей электронной почте. Письмо из Мурманска от Вити Кузнецова. Он пишет: «Здравствуйте, Анна Семеновна. У моего друга из другого города появилось домашнее животное. Он прислал мне этот файл и хочет, чтобы я отгадал, кто это. Но я так и не смог догадаться». Ну что ж, послушаем. О, этот зверь произносит совершенно разные звуки. Я готова открыть новое расследование. Это будет дело о визжащем существе. Интересно. Существо и хрюкает, и повизгивает, и как будто урчит. Похоже, так зверек передает свое настроение. Включу-ка я программу идентификации звуков и попытаюсь понять, кто же это. Так, собака.
Нет. Кошка. Совсем не подходит. Может быть, этот? Тоже нет. А может, этот звук принадлежит птице? Нет, не совпадает. Вот она, я узнала. Ну, конечно же. Это морская свинка. Заморский зверь. Представляю, как вы сейчас удивились. Наверное, подумали, что я оговорилась. Какой же морская свинка – заморский зверь? Она ведь живет у нас, в России. Но это не так. Ее родина – Перу. Когда-то первооткрыватели Америки на кораблях привезли ее в Европу. Потому и назвали морской. А имя свинка она получила за некоторую схожесть с поросенком, за прекрасный аппетит и умение хрюкать. А сейчас откроем ее личное дело. Имя – свинка. Фамилия – морская. Класс – млекопитающие. Отряд – грызуны. Семейство – свинковые. Вид – домашняя морская свинка. Постоянное место жительства. Вся территория планеты, кроме тропических лесов. Длина тела 25-35 сантиметров. Вес от 800 граммов до 2,5 килограммов. Характер доверчивый и добродушный. Особые приметы. Большие зубы, издает звуки, напоминающие хрюканье. Знаешь, уважаемый Витя, какие у морских свинок есть особые отличия? У них совершенно удивительно устроены зубы. А все потому, что морские свинки – грызуны. Именно этим они отличаются от других животных. На верхней и нижней челюстях грызунов расположено по паре больших резцов. Они непрерывно растут всю жизнь. Потому грызуны, включая морских свинок, постоянно что-нибудь едят и грызут, стачивая их. А то резцы вырастут такими длинными, что и пасть не сможет закрыться. В дикой природе встречались свинки только коричнево-серые с коротким мехом. Но сейчас их выведено невероятное количество самых разных цветов и с разной длиной шерсти. Морские свинки очень милые и добрые существа, доверчивые и общительные. Они любят ласку и умеют произносить разные звуки. И хрюкают, и мурлыкают, и повизгивают. Понаблюдав за ними, можно понять, в каком они находятся настроении, чего хотят. Эти грызуны совершенно безопасны, поэтому даже малыши могут легко ухаживать за ними и научить их отзываться на кличку. Вот кому, уважаемый Витя, принадлежали звуки из твоего файла. На этом дело о визжащем существе я объявляю закрытым. Ну что ж, наша программа заканчивается. Сегодня, думаю, мы очень полезно провели время. Юные мои биологи, желаю быть неутомимыми в познании нового. Неисповедимы пути Господни, и я верю, придет время, когда ваши стремления сослужат добрую службу, и вы совершите настоящие научные открытия. Пишите мне по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» или на сайт телеканала www.радостьмоя.ру. До новых встреч!